вона – гордість українського спорту. Вона – неодноразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу, чемпіонка Всесвітньої універсіади, заслужена майстриня спорту та бронзова призерка Олімпійських ігор. Вона – голова одного з підкомітетів – Комітету з питань молоді та спорту. А ще вона – народна депутатка України. Привіт! Владислава Шандра іде в гості до видатної легкоатлетки, володарки ордена княгині Ольги всіх трьох ступенів та просто королеви потрійних стрибків Ольги Саладухи. Ви зі мною? Вітаю у фейс-контролі. Пані Олю, ви з 9 років серйозно пішли у спорт. А як ви навчалися в школі? В школі я навчалась дуже гарно. Закінчила школу, тоді ще 4-5 були відмітки. І потім вступила до Інституту фізичного виховання спорту Донецького і закінчила його з червоним дипломом. Тобто я завжди кажу, що спортсмени повинні вчитися, тому що навчання – це наше все. І зараз я маю дві освіти, ще юридичну, і вступаю на третю до академії при президенті. Тобто я буду навчатися до парламентаризму. Тобто я не зупиняюся в свої там 18 років, я йду ще далі, далі, далі. А пригадайте найкрутіший спогад, пов'язаний зі спортом? Зі спортом. Це, звичайно, Олімпійські ігри, це 2012 рік. Всі сподівалися на те, що я все ж таки візьму золоту медаль, золоту нагороду. Але за тиждень до змагань я травмувалася і я розуміла, що я там, більше 15 років йшла до цієї мрії, до цієї там, нагороди. І я не можу встати там на ногу, нічого, мене там не, ну, все боліть, все там депресія. І лікарі за мною почали там якось там щось робити, тому що багато заборонених препаратів, там деякі речі неможливо робити. І з тренерами вирішили, що я буду все ж таки змагатися, приїхала до цих змагань. І пройшла кваліфікацію, мене добрали, тобто я її не стрибнула на той результат, який потрібен був. І через день були змагання вже фінальні, і я першу спробу роблю таку. Я років 10 так не стрибала, там, до 14 метрів я не можу пригнути, тому що дика біль така, що я нічого не можу зробити. Думаю, що ж діяти? Я хожу в паніці такої. І на вторій попитці я улучшаю, в третій улучшаю, в четвертій. Я прохожу фінальну восьмерку, тобто я йду там яка-то шестая, седьма, і розумію, що шестая попытка, я не на пьедестале, у меня вся моя жизнь проходит в таком, перед попытками все говорят, о чем ты думала? То есть это было такое, какой-то эмоциональный такой вот стресс, что ты шел, ты понимал, что у тебя уже есть чемпионат Европы, не один, чемпионат мира, у меня же золотые медали были. Я выиграла уже все какие-то такие достижения, там, Всемирные универсиады, а вот олимпийское золото, которому спортсмен идет, наверное, всю свою спортивную карьеру, его нету. И вот, либо я сейчас прыгаю, либо все. И вот за эту минуту нам дается на попытку, у меня, наверное, вся жизнь моя прошла перед глазами, тренер мне показывает, прыгать нельзя, потому что ветер встречный, и я думаю, уже отключила, наверное, все сознание, вот я доверилась, наверное, себе, и я прыгаю на результат 14.79, тогда это стало серебром. И за мной прыгала моя конкурентка из Колумбии, по-моему, да, Катерина Эбарген. Она прыгает 14.80, то есть нас отделяет 1 сантиметр, я становлюсь бронзовой. Но я тогда во всех интервью сказала, что эта бронза была на вес золота, потому что я понимала, что я вообще могла не быть на пьедестале, а олимпийская медаль все-таки она любого, наверное, готунку, я кажу, любой якости, это наивысшая такая подія для спортсмена. И я помню, что тогда было, получается, прыгнула, флаг не показывают. То есть я поняла, что у меня одна попытка была, я ее использовала, я увидела, что я улетела далеко, то есть я понимала, что может быть какая-то приблизительная, может быть даже медаль, но я не вижу, какой флаг. Судья не показывает ни красный, ни белый.
я стою, дышу. Мне говорят, все мои там, друзья, они говорят, боже, мы когда смотрели, говорят, у нас вот так вот, потому что, говорят, мы по телевизору увидели, что ты вроде улетела на медаль, что там же такие черточки рисуются, говорят, а какой результат, говорят, мы сами не видим, потому что флаг не показывают. И тут Усейн Болт начинает бежать, он бегает финальный, получается, у него финал на 200 метров, стадион кричит, визжит, они результат не показывают, то есть сбой табло, все это. То есть вот это какие-то длилось там, наверное, 2-3 минуты, но у меня было, я уже стояла, я уже села и присела, я уже на коленке села, то есть у меня такое было вот действительно какой-то эмоциональный такой всплеск, и, наверное, еще потом неделю после этого. То есть я не понимаю, то есть я понимаю, что либо да, либо нет, и у тебя опять потом шанс появится только через 4 года, ну как бы это опять сложный, да, такой подготовительный период. Вот, наверное, эти соревнования запомнились больше всего, потому что это действительно были такие эмоции, которые, ну, я хотела, я шла, и у меня это, наверное, получилось. Да, не золото, но для меня это было золото. Скажи честно, что вас дратує в сучасній молоді? В сучасній молоді? Ну, наверное, то, что они сейчас таки стали более эгоистичны, ругаются матом, курят, они позволяют себе алкоголь. То есть это все то, что как бы, ну, это неприемлемо. Это, ну, это дети, это свет нации. Они, наоборот, должны заниматься спортом с детства, да, жить здоровым способом жизни, да, тренироваться, танцевать. Вот ты же танцуешь, да, допустим, у меня дочка тоже танцует, и она занимается спортом и танцует. То есть, но без вот этих всех пагубных привычек, потому что на самом деле это плохо. А еще когда они ругаются матом, это вообще, конечно, ужасно. А что подобается в сучасній молоді? Наверное, вот это такая... пофигизм, можно так сказать. Очень много детей, они не смотрят на кого-то, они идут своей дорогой, и это правильно, потому что когда ты начинаешь распыляться и смотреть на всех, там, а как у этого, как у того, то есть я сейчас смотрю, что тенденция идет у молодежи, что я хочу идти своей дорогой. Сейчас есть очень много возможностей делать свой канал, свой Инстаграм, да, даже не надо какие-то платить деньги, ты можешь себя раскручивать. То есть быть личностью и создавать самому себя, то есть это хорошо. То есть если раньше у нас были комплексы, что соседи скажут, что там кто-то это, а надо как тот, а надо как это, то сейчас у молодежи более такой открытый выбор, и вот этим надо себя позиционировать как личность. Якби про ваше життя написали книгу, на що б вона мотивувала молодого читача? Мене, наприклад. Мне многие спортсмены говорят, тебе надо написать книжку, у тебя такой вот, тебе столько лет, ты все время идешь, ты не предаешь свою цель. Ты с детства там, с 9 лет, ты вот поставила себе цель, ты идешь, мотивируешься, ты там всегда такая заводишь. То есть тебе уже там третья, четвертая олимпиада, а ты все равно находишь в себе силы, мотивацию. То есть, наверное, бы какие-то мотивирующие вещи, то есть нельзя останавливаться на достигнутом, надо идти к своей цели, как говорят, не можешь идти, ползи, да, там, то есть вот, наверное, бы, может быть, и тебя бы это что-то простимулировало идти вот к своей, там, стать какой-нибудь крутой, там, танцовщицей, там. А что для вас сила духу? Сила духа. Еще в школе мне мои друзья и на тренировке говорили, о, мы про тебя сочинили маленькую такую, у тебя есть сила духа, твое имя сила духа, вот так вот, да. И поэтому сила духа, я считаю, что я поставила цель, я буду идти к ней. Вот, наверное, олимпиада – это четкость, то есть это когда тебе больно, ты не можешь, и ты себя превозмогаешь, да. То есть таких случаев по детству было очень много, но это были такие ну, чемпионат Украины, то есть соревнования такого небольшого масштаба. И в 2015 году, когда у меня уже случились проблемы со спиной, мне говорили, что тебе нельзя ехать ни в коем случае на соревнования, боялись компрессионного перелома, у меня уже были куплены билеты, и уже был... Ну, все думали, что я опять поеду и, ну, как бы принесу какую-нибудь медаль. И я не могла ходить, мне было очень больно. И я пошла на то, что мне надо сделать просто на риски, мне эпидуральную терапию, ну, укол сделали такой, чтобы как-то обеспечить. Снять вот эту такую как-то боль. Одели мне такой корсет, и я должна была прыгать только с корсетом. Ну, мне все говорят, боже мой, говорят, как ты вообще это все сделала, тебе нельзя это все. В общем, я разбегаюсь, прыгаю, прохожу квалификацию с первой попытки, все говорят, ой, классные прыжки, ты еще можешь побороться за медаль. Но никто же не знает, какие у меня там внутренние там состояния, боли, шока этого всего. И получается, когда я выхожу на финальную попытку, я разгоняюсь, перед попыткой у меня слетает этот корсет. И то есть, ну, надо было просто пробежать. А я сделала прыжок, естественно, у меня компрессионный удар, мне больно. То есть я когда вышла с этой ямы прыжковой, то, конечно, я уже от боли не знала, куда мне деваться. Но все равно я допрыгала своих 6 попыток. Я заняла почетное 5-е место на чемпионате мира. Ну, вот такое оно было превозмогающее. То есть я все равно шла до конца, я отстаивала честь нашей страны и не сошла с дистанции.
Ви дуже хоробра, навіть із травмами стали олімпійською призеркою. А є щось, на що вам ніколи не вистачило сміливості? Есть какого-нибудь жучка-паучка. Когда смотрю эти все шоу, думаю, боже мой, я бы, наверное, в жизни не смогла съесть вот это таракан или там, ну, ужасно, это паук, когда по тебе ползает. Ну вот, наверное, вот на вот это вот мне храбрости, наверное, точно не хватило. Сильні жінки плачуть. Що у вас востаннє викликало сльози? Пам'ятаєте? Сльози, я очень такая сентиментальная. То есть я могу посмотреть фильмы, плакать. Моя дочка в 4 классе сказала: «Мама, такая, пожалуйста, не надо плакать на выпускном». И я прихожу, когда они начинают танцевать, когда она говорит слова. Как я могу не плакать? У меня волосы становятся дыбом, да, мурашки бегают по коже, я смотрю, и я плачу, потому что я помню, она только была такая маленькая, сейчас она уже взрослая девушка, сейчас она уже там, у нее выпускное, это, и, то есть у меня такие все вещи, особенно то, что касается моего ребенка, моей семьи, родителей, мужа, то все это, конечно, у меня вызывает трогательность, и я могу плакать. Ось ви під час інтерв'ю постійно говорите про свою доньку. Чи будете на неї тиснути при виборі професії? Ну, я, наверное, благодарна своим родителям, потому что, когда мне тоже начали говорить, а может быть, в медицинский, ну, а может быть, юридический, а может быть, там, на какого-то там менеджера, то есть бухгалтера, все это модные такие профессии, которые всегда ты будешь работать. И я папе говорю: нет, я хочу пойти в институте физкультуры, я хочу тренироваться, я хочу идти по этой... У меня сейчас получается. И они мне сказали: это твоя жизнь, ты, наверное, вправе ей распоряжаться. И дочке нашей 11 лет, она занималась фигурным катанием, это тоже ее был выбор. Сейчас она занимается легкой атлетикой, она ходит на танцы. И я говорю: кем ты хочешь быть? Она то спортсменкой, то она хочет танцевать, то она хочет петь. И я Денису, своему супругу, всегда говорю: мы должны ей, наверное, дать выбор и потихонечку правильно где-то направлять и помогать в том, что ей интересно. Я готова ей помогать, направлять, но ни в коем случае нельзя давить, передавливать и ущемлять ребенка, потому что это личность, и личности надо помогать развиваться. Олімпійські ігри перенесли на наступний рік через карантин. Ви налаштовані чекати і все-таки перемогти? Я очень хочу, это действительно, как я уже говорила в многих интервью, для каждого спортсмена главное еще, что логическое завершение своей карьеры. И у нас и чемпионат Европы отменили, и Олимпийские игры, то есть я в спорте с 9 лет, то есть 26 лет, я очень люблю легкую атлетику, я занималась изо дня в день, и просто так взять и прекратить, наверное, свою карьеру, это, наверное, будет неправильно. И мы с тренером так поговорили, все, оно сложилось, чемпионат мира летний прошел успешно, я наконец-то начала возвращаться на свои какие-то там результаты, я стала пятая, первая из европеек. На чемпионате Европы взяла бронзу, то есть это тоже все как бы было так, все меня мотивировало на то, что я смогу побороться за медали. И когда чемпионат, Олимпийские игры отменили, то я думаю, значит, у меня еще есть шанс, еще год потренироваться, немножко восстановиться и все-таки, наверное, сделать то, что, о чем я мечтала. Ну, то есть я буду идти к своей цели, есть лицензия и, конечно, я буду пробовать. І наостанок бліц-опитування. Да. Улюблена страва. Борщ. Улюблений колір одягу. Одягу. Ну, мабуть, такий голубий, з таким, може бути, приходящим синій. Ось ці, да, такі два оттенка мені дуже подобаються. Сукня чи спортивний костюм? А сейчас уже 50 на 50. Раньше это 100% был спортивный костюм, сейчас мне же, конечно, не очень нравится сукня. Художественная гимнастика или фигурное катание? В детстве я мріяла про фигурное катание и, наверное, фигурное катание. Заради чего пожертвовала карьерою? Карьерой спортивной или вообще карьерой любой? Будь-якою. Ну, наверное, если бы что-то случилось бы там с моими родными близкими, это, может быть, я бы отступилась, а так. Я благодарна своей семье, что они меня всегда поддерживают и в спорте, и в политической карьере, и как-то у нас находится такой баланс в этом всем, поэтому. Чего хочется просто всю секунду? Кавы. Чи станете вы мамой вдруге? Звичайно, и в третьей, сподіваюсь на це. Ваш головний допінг у житті? Кава. На самом деле мой головний допінг – це моя донька. Це справді, це вона мене мотивує. Я кажу, як ти народилася, в мене пішли такі мої нагороди на міжнародній арені. Дякую вам за відповіді. Неймовірно була рада нашому знайомству. На вас хочеться рівнятися. Дякую. А чим тобі сподобалася Ольга Солодуга? Пиши в коментарях і слідкуй за нами. Чао! Пока!